Друзья, сейчас мы отправляемся в кафе, какое-то японское. Говорят, там очень вкусно кормят, недорого. Вот, пойдемте с нами. Что-нибудь скажи. Вот так, все до морозов. Готовите в кафе? Готов. Да, быстрее надо идти, такси ждем. А ты готова, Анют? Дайте, а то Олег сейчас пускать начнет. Друзья, приехали вот мы в Самурай, значит. Привела племянница в это кафе. Ой, ладно, я, ладно. Неля, да. Ну иди, открывай нам дверь, иди. Так, заходим, не стесняемся. Заходим, значит, в кафе. Вау, как красиво здесь. Прям по-японски все. Смотри на меня. Ну что, скажи. Ну ты весь кадр испортила, просто. Не хочет никто сниматься. Сейчас закажем какую-нибудь еду вкусную. Ну давай вот сюда, возле окошка сядем. Вот. Сейчас будем сидеть, кушать, значит. Все идут. Пришли. Ну вы садитесь. Иди садитесь. Вот пришли. Сейчас будем заказывать. Закажи. Вот это меню. Вот такое меню, значит, у нас. Вот, видите? Вот Нелька показывает. Берем вот это. Нелька вот красуется перед зеркалом. Такая вот красивая, высокая стала. Давно не видел. Да. Пошли заказывать. Нелька заказывает роллы, суши. Друзья, ну что, мы уселись. Заказали еду. Предложили нам, значит, удлинить стол, так как первый стол был очень короткий. Заказали мы очень много еды. Просто бы еда не поместилась бы на маленький стол. Вот. Знакомьтесь, это дядя Олег. Вы, в принципе, уже знакомы, видели видео. Это моя тетя Лена. Это моя родная сестра Аня. Это моя мама. Это моя любимая племянница. А вообще они все любимые. Вот. Значит, чек. Заказали на 2000. Вот можете посмотреть, что мы заказали. Так, ждем еду. И будем отмечать мой приезд. Это еще не вся компания. Это только часть. Большая часть осталась дома. Отмечать дома. Вот, мы решили приехать в кафе. Предложила это Неля. Неля принесли нам салаты. Дядя Олег заказал, значит, цезарь с курицей. Мама заказала цезарь с креветками. Кушай. Вот. Она вот уже приступает кушать. Дегустация. Да, принесли вот, приносит чай. На всю Москву прослали. Кружки принесли, сейчас принесут чай. Принесли сам чай. Чайничек. Куча жёлы. Горячий что-то заказал. Хочу показать вам интерьер кафе. Смотрите, как красиво. Все такое красненькое, черненькое. С такими японскими, китайскими шарами. Очень красиво. Никого нет, тишина. Супер. Вот. Такие мы пришли все, сели вот за этим столиком прекрасным. Кто-то ждет еду, кто-то уже кушает. Шикарно. На свою палку. Тете Лене принесли салат. Я попробую. Цезарь с креветками. С лососем, извиняюсь, с лососем. Вот и Нелька уже его дегустирует вовсю. Даже не дала еще попробовать. Угу. Своей бабушке, да, она уже. Пицца. И пицца пепперони. А я что заказывал? У тебя роллы. Пицца пепперони. Салат. Вот. Маме дай. Этот Биг Мак. Вот наши роллы. Суши. Тоже принесли Мексика, уже. Так, это бабушка. Мексику тебе заказали. Вот эту забери, чек. Угу. Да, это кушай, тебе. Кушай, мам. Держу. А это три сыра ты. Три сыра я тебе заказала. Да, вот у тебя. Так, все. Наливай, где у тебя штучка? Чего наливать? Расо. А, расо. Так, все кушают. Так, расо. Все хорошо. Так, тебе еще не пришло, как у меня. Так, положи-ка на край стола. Мама, что не кушаешь, ты роллы? Экзотика. Хотите капусту? Мама что-то заболела немножко. Листы. Смотри. Кушай. Не знаю, как есть. Я ее учу. Вот, смотри, берешь вот так вот. Дай-ка рассол, налей-ка. Ну, подожди. Ну, на. Давай, налью.
смотри. Сейчас покажу. И вот умеет. Она выходит. Смотри. Так учит бабушку кушать роллы. Вот открываете, сейчас все сделаю. И сама за тебя съем все. А я есть, я там. Нет, одну. У меня свой портфель. Надо обмакивать. Сейчас покажет, как. Зеленый тоже вкусный, он острый, но надо его пускать. Как лягушка зеленый. Так, пускай кушают люди, не будем мешать. Так, принесли еще роллы. Суши, роллы. Такие. Так, и вот это, самогон. Возьми мое. Продолжаем ужинать. Я люблю. Вот, все кушают. Принесли вот тут чуть-чуть салат. Роллы тоже принесли уже все. Попробуйте. Сестра тоже кушает роллы. Будешь? Мама пытается вилками взять роллы. Дайте-ка ей вилку, что ли. Так, вилку на хлеб. Попроси вилку ей запасить. Сколько? Ну, пицца наша. Ну как тебе роллы? Очень вкусно. Вкусно? А салат как? Вкусно. А чай уже пила? Нет еще. Нет? Почему? Очередь не дошла. А пиццу ела? Ела. И как, на вкусно? Очень даже. Нормально? Нормально. Ну что, ты кушаешь? Конечно, я уже все перепробовала. Как тебе понравились роллы? Да. Я экзотики взяла с икрой. Угу. А пиццу ела? Пиццу ела, очень вкусно. Макает соусом, кушает. Точно. А ты что сам ешь-то? Как я кушаю пиццу. Нормально, все вкусно. Наелись. Спасибо. Вот, тетя Лена что-то говорит. Спасибо. Очень было вкусно. А нет, ты там заскучала, наела, сидит, что-то думает. Наела, сейчас попробую. Мама тоже вон кушает, а себе продолжает. Сил нету от жадности. Нелька чай пьет. Сидим, отдыхаем, в общем. Нелька сонная, спит. С утра встала, 6 утра. Угу. Нелька спит. Дети будет на 6 утра. Давай показывай свое лицо. Бесстыжие. Сонное лицо Нельки. Вон, еле-еле глаза открывай. Давай смотри на камеру. Всем привет скажи. Нелька, доброе утро скажи всем. Потом скажу. Всем доброе утро. Когда встану. Скажи доброе утро, страна. Скажи, Ярик. Ну что ты молчишь? Я не буду говорить. Говори, что не бойся. Я сплю. В сауну, в бассейн отказались идти. Хотели пойти сегодня купаться. Всем лень. Не хотят идти далеко. На такси тоже не хотят. Вот, сейчас пойдем фотографироваться в лес. А потом надо готовиться уже ехать. Вот. Надо бриться. Нелька. Спать не дают. 6 утра будет. Дети, вот такие вот дети вот ходят. Ярик, скажи привет. Привет. И орут, танцуют, помаши что делают, рукой. Сами не знают, что делают. Догонялки помаши играют, рукой. В прятки играют. Так сделай. Шумят, галдят. Привет, скажи. И приходит привет. Вставать в 6 утра. Никакие. Привет. Вот так вот. Вчера ходили в кафе. Покушали. Вкусные еды, роллы. А как правильно, роллы или это? Роллы. Еще как их называют? Суши. Суши. Роллы, суши ели, пиццу ели. Что делаете?
Нелька нажралась вчера, за троих съела все. Половину оставила, выкинула, другим отдала. Вот так вот. Ой, блин, какой рот большой. Большой. Ты не показывай лицо. Нет, я сплю пока. Давай, открывай. О, нет. Сонная Нелька. А где я лицо залю? Сам свое открой-ка лицо. У меня открыто все. Так, ладно. Пойдем фотографироваться. И я буду. Вот Нелька в платочках там спит. Нелька спит в платье цветочном. Да. Вот тут спит Нелька. Это там. Вот спит Нелька. Показывай свое платье. Платье вот показывай. Цветочное платье. Нет цветочного платья. Вышли на улицу фотографироваться. Сейчас будем фотографироваться. Такая у нас красивая природа. Сосны стоят прямо во дворе. Все в снегу. Метель была вчера. Тут сарай. Там наша баня стоит, вон там. Сарай наш. Вон там. Тоже чужие. Соседский сарай. Соседский сарай. Вот. Такой вот двор. Там овраг. Там горка. Мы там постоянно в детстве катались на этой горке. Заливали, трамплин делали. И прямо в речку падали. Катывались туда. Нелька тоже каталась там? Конечно. Падала, как одневаляшка. Нормально было. Угу. Такой вот у нас вот здесь двор. Он идет. Ага. Сонная морда, Нелька морда сонная. Не дал мне спать? Вот горка. Вот горка. Вот горка. Ой, смотри, дерево растет. Да. А что, горку уже не используют, как горку? Это самое, горку не используют? В этом году нет. Что нормально? Не катаются, детей нету. Раньше здесь заливали, катались. Пойдем туда, там солнце. Тут играли мы всегда постоянно. Шалаш строили, здесь яма какая-то была. Здесь где-то яма есть, там мы шалаш строили. Там с горки когда скатывались, а там еще вторая горка была. А помнишь, наводнение было? Полностью все залило водой. Угу. Куда залило-то? О, вообще вот так полностью все заливало. Какие тебя маленький был? И что, вы как купались, наверное, что так? Там, ага. Ну, а дай фотографию, дети замерзнут. Пускай мерзнут там чуть-чуть. Там замерз уже, без шапки. Солнце пропало, видишь? Ну, ладно, снимай ночью. Ну, теперь. Да, Ярик? Да. Вот здесь карьер был. Песок. Рыли здесь, выкапывали песок. И потом... Через какое-то время был пруд, озеро было. Ой, все заросло, охренеть. Тут рыбка была, головастики были, я помню. Все заросло. Офигеть. У меня фотография еще есть. Тут все было зеленое, траве, пруд. И вот такое вот маленькое болотце осталось, короче. Здесь все было залито водой. Все было залито водой. Охренеть. Вот это да. Все было залито водой. Сейчас вот все заросло. Вот это да. Охренеть.
Так, ну что, остановитесь фотографироваться. Пошли. Возле елочки стали все. Пошли, пошли. Не падать. Холодно. Уж. Возле солнышка. Так будем фотографироваться сейчас.